Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию показываю вот такую жилеточку. Цвет нежный персик. Пряжа Ализе Ангора Голд. Это не пух норки, естественно. Здесь в составе есть шерсть, ангорка и акрил. Она не колется. Она тоже мягкая и теплая. Но просто нет такого пуха, как в той пряже пух норки. Но она тоже очень хорошая, мягкая и приятная на ощупь. Ну, не будет ни аллергии у собачки, ничего. Вот такая жилеточка связала для собачки чихуёныша. Знаю, что она вот такая девочка по кличке Лина, такая темненькая. Это я в подарок брошечку. Здесь у нас кожаная нашивочка связана с любовью. Низ в изделиях я обвязываю спандексом, чтобы при носке не растягивалась. Вот, для лапок хорошее отверстие, нигде не будет жать ничего. Такой вот рисунок соты я подобрала, мне понравился. На маленьких изделиях он хорошо смотрится. Вот такая вот получилась у нас жилеточка. Я думаю, девочке будет по кличке Лина Самрасана. 1 сантиметр мы в ширину и в длину сделали. Добавили напуск, потому что собачка маленькая еще и растет. Вот, будет согревать ее зимой. Такая вот красота.